гостях у Евгения Тодолева человек с тысячью лиц. Александр Олешко у нас в студии. Это не просто фамилия, а это такая профессия. Он расскажет, как победить недостатки. Нет столько времени на работу над ролью. Меня пригласили в театр на место актера, которого уволили за пьянство. Пришла любовь. И подчеркнуть достоинство. Без ничего, в чем мать родила. Это мы о какой-то говорим коррупции или о каких-то традициях. Золотая рыбка. Александр Олешко. Премьера. Я уже встретил 2023 год 7 раз. Могу вам сказать, что там все хорошо. Смотрите в пятницу в 10:50 на телеканале «Москва. Доверие».